riconcentrato senza riscaldare e poi quando avevamo i due cambi pronti, sia quello di Litvinov che di Kris, sono arrivati i cartellini rossi. Quindi vittoria strameritata, con la sofferenza necessaria della fine della partita, giocando con 8 giocatori, e quello dimostra due cose: tenenza, coraggio, e quando non chiudi una partita, ti sai anche difendere e lottare in campo come la squadra ha lottato fino all'ultimo. Всем добрый вечер. Но сегодня анализ еще проще, чем в предыдущих матчах. До первого удаления мы полностью доминировали на поле, полностью владели преимуществом. Мы не забили два пенальти, не забили два отличных момента с участием Криса Мартинса и Михаила Игнатова. И на самом деле результат, конечно, мог быть другой, но моменты есть моменты, в футболе такое бывает, и мы принимаем это, и я как тренер принимаю. Конечно, я не согласен в том смысле, что мы не можем позволять себе усложнять себе жизнь таким образом. Но тем не менее, в сложившихся обстоятельствах я доволен тем, как ребята отреагировали, то, с каким отношением и желанием они бились. Рыбус выходил на поле практически не размявшись. Да, когда у нас были готовы замены Криса Мартинса и Литвинова, они получили красные карточки. И тем не менее команда восьмером на поле показала смелость, показала характер. И я доволен тем отношением, которое было у них. И мы бились и защищались до самого конца. Пожалуйста, вопросы. Да, давайте Александр, потом Спорт-экспресс. Гилерм, с победой, добрый вечер. Вот перед матчем с Акроном есть опасения, что команда слабо пробивает 11-метровые удары. Будете ли вы работать в этом направлении специально? Потому что, как мы знаем, шанс у Акрона только, так сказать, я думаю, в 11-метровых в игре со Спартаком. Grazie. Guarda, io penso che quello che sono i rigori delle partite è una cosa, quello che sono i rigori di un'eliminatoria è un'altra cosa. E alla fine il rigorista delle partite ha un approccio diverso che quello di un'eliminatoria. Quindi penso che prima di tutto la Crom ha eliminato 3 squadre di Mosca. Facendo anche delle cose bene, e sicuramente se la partita arriva ai calci di rigore è più la personalità che l'essere abituato al calcio di rigore, quindi avere la confidenza, avere la fiducia e la sicurezza in te stesso, perché un'eliminatoria non dipende, soprattutto ad oggi come andremo a giocarla. Non dipenderà perché i nostri rigoristi delle partite magari non ci saranno in campo, quindi parliamo sempre di questo: personalità, sicurezza, carattere e credere che farai gol. Спасибо за вопрос. Но тут прежде всего хочу сказать, что пенальти, которые пробиваются по ходу игры, и те пенальти, которые могут быть в серии после матча, в серии на вылет, это совершенно разные вещи. И пенальтист во время игры он подходит с другим настроем, с другим отношением. Это психологически разные моменты. Что касается Акрона, то эта команда прошла 3 московских команды, она показывала хорошие вещи на поле. И если вдруг дело дойдет до пенальти, то там все будут решать характер, уверенность, вера. Вера в свои силы, возможно, потому что наши штатные пенальтисты, возможно, их не будет на поле, если такое случится. Поэтому мы должны верить в то, что верить в свои силы и иметь эту уверенность. Пожалуйста, Артем. Наверняка острый вопрос. Читаем ваш канал. Гильермо, добрый вечер. Добрый вечер. С прошедшим днем рождения вас. Со свадьбой. И с победой. Спасибо.
Спасибо. Вы собрали такой хитрик на этой неделе. Но вопрос не про это, конечно. Дмитрий сказал, что считает мой канал, я польщен. В канале я очень сильно ругал «Спартак». Вы сказали уже, что «Спартак» не имеет права усложнять себе так жизнь. Придумывая удаление, зажимаясь своей штрафной, вроде бы выигранном матче. У вас есть объяснение, в чем причина такой слабой игры «Спартака»? На мой взгляд, слабой, может быть, вы не согласны. По весне. Это всего лишь вторая победа за много игр. И очень нервная, не без проблем, победа над последним местом. Вопрос, почему игра, да? Слабая? На мой взгляд. Вообще по весне, в последних всех играх. Да. А в чем именно проявляется слабость? E quindi lei è un risultatista. Che errori commessi nel gioco? A какие именно игровые моменты были? Di oggi. Сегодня. Да и два без микрофона. Я считаю, что незабитые пенальти это ошибки. Привезенные себе голы это ошибки. Полученные на карточки это тоже ошибки. Вы не согласны? Sì, no, ma lei che già prima parla di risultato? Да, сначала вы спрашиваете про результат. Quindi lei mi dirà in primavera? Весной, okay. Вы говорите. Perché parli di risultato? Потому что мы говорим о результате. Quante partite? Сколько матчей? Quello che dice lei? То, что, о чем говорите вы? Visto che parla di risultato, andiamo a vedere le statistiche. Если мы говорим о результатах, давайте посмотрим и на статистику. Vai. Dove siamo deboli? Где именно мы слабы? Nella partita contro Ural, che abbiamo vinto 3-2. В матче с Уралом, где мы выиграли 3-2. Siamo stati deboli? Были ли мы там слабы? Nella partita contro Ahmad, che non ha tirato in porta? Или в матче с Ахматом, который не бил поворотом? E il loro portiere è stato l'MVP? Их вратарь стал лучшим игроком матча. Nella partita contro Dinamo, che abbiamo fatto 6 gol, noi. Или в матче с Динамо, где было забито 6 мячей, все забили мы. Parliamo di errori. Да, мы говорим об ошибках. Però in nessun momento parliamo che la squadra non vuole vincere, non si propone offensivamente. Мы говорим о... Об ошибках, но мы не говорим о том, что у команды нет желания или команда не идет, не хочет атаковать. E poi se lei mi dice che sbagliamo i passaggi, если вы говорите, что мы ошибаемся в передачах, rispondo gioventù, perché sono giovane, perché devono avere esperienza. И я ответ на ваш вопрос будет молодость, потому что игроки молоды и им нужно получать опыт. Perché se io fossi un tirano, che non lo sono. Если бы я был тираном, хотя я таковым не являюсь. Dopo un errore non giocava nessuno più. После ошибки никто бы больше не играл. Però le stiamo dando fiducia a un progetto. Но мы верим, и мы верим в проект. E per questo Prutsev, Ignatov, Klusevich, Denisov, Litvinov, che è la sua prima stagione come giocatore titolare dello Spartak, cadranno tantissime volte, ma sarà il nostro lavoro rialzarli, lavorare con loro, e dargli la fiducia necessaria per essere il giocatore del futuro e del presente, ma soprattutto del presente, con degli errori accettando che noi abbiamo questo processo e questo processo ha un'esigenza, una domanda altissima, ma la squadra sotto opponenti non è stata mai in tutte le partite. Magari ti salvo una, magari è stato contro lo Zenit dopo il gol nostro a casa, ma nessuna partita lo Spartak è stato sotto l'avversario, nessuno. Да, и поэтому наши игроки Пруцов, Игнатов, Лусевич, Денисов,
те, кто проводит свой первый сезон как футболисты основного состава, они обязательно будут ошибаться, они будут совершать множество ошибок, но мы будем их поддерживать, потому что мы верим, мы им доверяем, и мы верим в наш проект, в наш процесс. И да, он достаточно требователен, но тем не менее, мы, если мы возьмем все наши матчи, ни в одной игре мы не были хуже, чем соперник. За исключением, возможно, одной игры, это с «Зенитом» после нашего забитого гола. Ни в одной. Оренбург. И Оренбург. Questo ti la do a te. Вот, то есть здесь вы правы. Спасибо. Еще вопросы? Давайте, да, пожалуйста. Редко общаемся, потому что молодые... Потому что молодые коллегам обычно даю я возможность поговорить. Сергей Мичинский, медиагруппа «Звезда». Гильермо, с победой. Команда молодая, я согласен с вами, и все у нее впереди, поэтому желаю вам всего хорошего и успехов на этом творческом обществе, поприще. Мы видим, как вы работаете, и я думаю, что у вас все получится. Вопросы будут предельно простые. Почему Антон Зеньковский сегодня не вошел в стартовый состав? И когда мы увидим Георгия Джика на своем месте? Давно его не было, понимаю, что травма, но интересно это услышать. Джика è molto, molto vicino. Io spero che già per la prossima possa stare con la squadra, però non rischieremo un giocatore che magari nella fine perdendolo in una partita. Lui sa la importanza della partita di Coppa, che è partita secca, e quindi spero di vederlo presto. Что касается Джики, то он уже очень-очень близок к возвращению, и надеюсь, что уже к следующему матчу он сможет быть в составе, сможет нам помочь. Естественно, мы не будем рисковать. Мы не будем рисковать здоровьем футболиста, но при этом и он сам, и мы все понимаем важность предстоящей игры кубковой на вылет. Per quanto riguarda Синковский, dico che sono il primo dispiaciuto per quello di oggi, per cambiarlo. Что касается Синковского, то я первый, кто сожалеет о том, что его нужно было обратно заменить. Poi Синковский è un giocatore importantissimo per lo Spartak di oggi. È importantissimo quando lui sta bene, è importantissimo quando lui sta concentrato, è importantissimo quando lui ci dà la verticalizzazione, i cross, i dribbling e le chance. È un giocatore molto importante che, avendo avuto dei momenti e delle partite, lui sa, e io lo so, che essendo molto importante confermerà il giorno in cui di seguito riesce a fare gli stessi numeri che a volte fa e a volte no. Quindi è una regolarità che lui vuole, io voglio come allenatore e lo Spartak ha bisogno, tutti e tre. В целом по нему хочу сказать, что это очень важнейший игрок для команды, когда он находится в хорошей форме, когда он сконцентрирован благодаря своей игре, благодаря своим вертикальным передачам, подачам в штрафную, тем моментам, которые он может создавать и создает. Были матчи, когда он выходил на поле, когда он показывал себя, и мы оба понимаем, и он это понимает, и я, что этот момент, когда у него появится регулярность, он обязательно придет. Не когда он сможет в одном матче показывать, в другом нет. Мы обязательно ждем этого момента. Я, он и клуб в целом, команда в целом. Синковский, sicuramente il giocatore che ho cambiato, ha iniziato, l'ho cambiato al 45, o non ha iniziato, è entrato al 45. Lui deve capire questo. Questo è il suo valore, la sua importanza. È un giocatore che se entra bene, come ha fatto contro Fackel in casa l'ultima partita, gioca 90 minuti, perché è un giocatore intenso, un giocatore che ti dà i cross, che ti dà l'uno contro uno, che desequilibra la partita e la sbilancia. Però deve avere continuità, deve essere regolare. Да, и это футболист, который иногда выходит в стартовом составе, например, на 45 минут, или наоборот, не выходит в старте, но выходит во втором тайме.
и он может показывать. И, например, с Факелом это было, где он показал хороший футбол, и была высокая интенсивность. Это футболист, который может решить исход матча, но то, что ему нужно приобретать, это стабильность, то есть чтобы он регулярно мог показывать этот уровень. Давайте РБК Саш, пожалуйста. Первый, во-первых, с победой, довольно непростой, за 5 матчей первая победа. Вопросы персонали. Сегодня Пруцов у нас голевую передачу отдал и отдал 5 передач под удар, как уже посчитали коллеги из ООС. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что Пруцов сегодня был лучшим на поле вообще? И как вообще его оцените именно среди российских полузащитников? Потому что, например, один из коллег написал, что он лучше, чем Кузяев и Захарян на данный момент. Как вы считаете? Io non vorrei valutare i giocatori che non alleno. Quello che so di Pruzev è che la sua posizione oggi con Litvinov come numero 6 le dà molta più libertà. Le dà molta più libertà nella zona dell'otto, nel corridoio centrale, ma anche nell'ultimo terzo de campo. Pruzev è un giocatore che ha tanto volume, è un giocatore che piano piano, io me lo ricordo quando l'ho visto prima di venire qua a Mosca, è un giocatore utile, di qualità, ma che deve sicuramente crescere in base all'esperienza e ovviamente in base all'importanza delle partite. Quindi non mettere nel bilancio una sola gara, è un giocatore che la sua regolarità sarà anche premiata se continua a crescere, però ha un bel senso del passaggio filtrante in avanti e soprattutto ha un bel senso della comprensione del gioco. E non so se ci sono o non ci sono altri giocatori, ma sicuramente lui, se cresce e continua a migliorarsi a se stesso, avrà una grande carriera. Ну, прежде всего, я не хочу давать никаких комментариев по тем футболистам, которых я не тренирую, это некорректно. Что касается Пруцова, то сегодняшняя его позиция, когда Литвинов играет опорного полузащитника, так называемую шестерку, у Пруцова в такой комбинации намного больше свободы. У него больше свободы появляется в центральном коридоре и финальный третий поле. Это футболист, который может давать большой-большой объем. Это очень хороший футболист, и я отмечал, видел его перед тем, как приехать сюда в Россию. Я видел, что это очень полезный игрок, это очень качественный игрок, но которому нужно получать опыт. Опыт игры в важных матчах. Я не знаю, он такой один или не один, здесь я не могу судить, но у него отличное есть чувство игры в целом, понимание игры, понимание моментов и чувство обостряющей вертикальные передачи. И я думаю, что если он продолжит прогрессировать, работать, то его ждет большая карьера. Артем Локалов, да, и там уже коллеги из Торпедо стучатся в дверь. Артем, давай. Гильермо, сегодня пропускалась дисквалификация матча Соболев, 2 удаления сегодня. Не кажется вам, что есть проблемы с дисциплиной у команды? Вам, может быть, так кажется, но мне нет. Артем Калинин, Спортэкспресс, последний вопрос, и мы пойдем. Давай без микрофона. Видно было, как... Во-первых, Бальдес говорит 3 матч подряд. И видно, как он пытается, вот, и коллектив лица, как ведет себя в медзоне и так далее. Видно, что он кайфует, что ему все нравится. Но как будто бы иногда в командных действиях он не совсем понимает, где ему открыться, или наоборот, где ему там опуститься, куда бежать. А в чем лично вы хотели бы, чтобы Кита поработал, над чем сильнее всего и приносил бы еще больше пользы? Guarda, con Kita lavoriamo tutte le settimane in sala video. Ovviamente ci sono 2 aspetti molto importanti. Uno è quando alleni, e l'altro sono le sinergie che si creano in campo. Se tu alleni
e poi non hai momenti o minuti in campo, è difficile creare delle sinergie. Quindi parliamo di un giocatore che adesso sono tre partite, ma queste tre partite gli stanno dando la possibilità, prima di tutto, di aiutare la squadra, secondo, di aiutarsi a se stesso, e la terza, di iniziare a capire i giocatori durante le partite, quali sono i movimenti e quali sono le sinergie da fare. Quindi adesso lo sta facendo con lavoro, compromesso, è molto compromesso con la squadra, e poi con il sacrificio e la qualità. A quello gli si dovrà aggiungere poi nel futuro ovviamente le sinergie con i giocatori che vengono date con i minutaggi in campo. Что касается Кейта, то мы работаем с ним еженедельно, мы смотрим видео, мы анализируем моменты, но здесь вот есть два таких. Одно дело, когда ты тренируешься, когда ты работаешь, и другое дело, когда ты на поле, когда ты получаешь минуты на поле и понимаешь взаимопонимание, понимаешь движения командные, групповые, взаимодействия. Да, сейчас он провел три матча, и он получил возможность прежде всего помочь команде, второе – помочь самому себе, и третье – это начать понимать именно вот эти движения, взаимопонимание, то, как команда работает на поле. И, естественно, будучи хорошим футболистом, у которого есть качество, который усердно и с желанием работает на тренировках, когда добавится понимание, это будет еще лучше. Коллеги, всем спасибо.